Меня зовут Николай Жижко, мне 22 года, я из города Минска, работаю учителем информатики, математики, физкультуры и также параллельно занимаюсь веб-разработкой, делаю сайты. Мы с командой занимаемся социальной работой, мы помогаем ребятам научиться таким вещам, как планирование своего времени, осознание своей личной ценности, каковы их возможности, каковы их способности, каков их потенциал и насколько важно иметь правильное и хорошее окружение, которое будет на тебя влиять. При работе с подростками достаточно сложно им обрисовать проблему, что проблема на самом деле есть, потому что подростки порой не видят проблему, кажется, что все хорошо, но бывает также обратная сторона медали, другим кажется, что совсем все плохо и ничем им не помочь. Очень важной целью является занятие и просвещение подростков, чтобы в будущем, когда они станут взрослыми, у них в голове будут замечательные прекрасные мысли по тому, как сделать наш мир лучше. Я родился в верующей семье, я осознал, что хочу работать с детьми, с подростками именно в церкви. Я начал этим заниматься с 16 лет, а проект социальный, лагерь и встречи под названием ВВС, сокращенно от слов «вникай в себя». Я начал им заниматься с 21 года. Как вообще появился этот проект, почему мы стали этим заниматься? Я столкнулся с тем, что некоторые люди слишком придерживаются такого мировоззрения, когда мы все отдаем в руки Бога. Важно, когда человек осознает то, что есть Бог и следует за Ним, но очень большая ответственность лежит именно на каждом человеке. Одной из мечт будет продолжение этого проекта, чтобы он не остановился, потому что есть нужда, есть спрос, и нужно это продолжать. Есть люди, у которых есть желание заниматься с детьми, с подростками, но возникают какие-то вопросы, проблемы, порой даже страх. Я хочу сказать, что не нужно бояться идти вперед. Знаете, лучше сделать не идеально, чем идеально не сделать.